Так, всем привет, это 40-я серия нашего прохождения игры Ведьмак 1. И мы, в общем-то, покончили со всеми дополнительными квестами, кроме, по-моему, парочки. И можем приступать к основным, а можем и не приступать. Сейчас, я думаю, мы разберемся в этой серии с квестом Дома Ночи. Но сначала мы заглянем к нашему другу Калькштейну. Почему? Потому что нам понадобятся деньги для этого квеста. Так. Где уж тут у тебя, Трис, вход-то в твою конуру? Вот она. Опс. Нам на второй этаж. И сюда мы сейчас куда хотите отправиться? К болотной башне хочу отправиться. К другу Калькштейну надо ему сдать всякую фигню, которую мы насобирали, дорогую. Он ее хорошо так покупает. Так что. Так, где ты, друже бородатый? Вот он. Давай поторгуем с тобой. Так, ты у нас клык Фледера покупаешь. Он мне, в принципе, не нужен, так что я его тебе спокойно продам. Так, волчья шкура. Ты ее покупаешь тоже. Че бы нет, давай купим. Так, у тебя есть... О, кстати, у тебя должны быть вкусняшки. Вот такие вот вкусняшки я тебе... Я у тебя их куплю, пожалуй, что? Пригодятся мне они. Окей. Селитру я тебе тоже сдам. Окей. И пошли продавать всякую штуку. Лимфочудовище нет. Вот это вот тебе. Сразу так на почти 400 воронов. Потом, что ты хочешь? Вот это вот. Забирай. Белый уксус. 20 за единицу. Да. Давай, давай. Давай, покупай. Окей. А что тебе еще продать? Ну, вот это вот. Она мне не нужна. Потом. Так, это я оставлю. Может, куда пригодится. Так. Вот это вот продадим, потому что у нас и так полна коробочка. Что еще тебе продать? Что тебе еще продать? Купорос Альбедо. Ну, Купорос Альбедо это... Нет, это эфир. А у нас Купорос Альбедо ты тоже вроде бы был. Забирай. Вот это тоже. Так, лимфочудовище. Кровь пиявки. Еще кровь пиявки. Много крови пиявок у меня. Зачем мне столько? Давай-ка продадим. Окей. Это у меня лимфочудовище. Ну, угу. Так, вот это вот можно, эфир. Вот это вот лучше, наверное, да? Да, вот это вот я тебе... А, это гидроген, не-не-не-не-не-не-не, гидроген оставим, что это я? Токсин. Это киноварь чистая. Ну, остальное все я тебе продавать не буду. Да. Остальное все я тебе не продам. Так, что у тебя есть? Так, читал. Книга поцелуя. Так. Отрывки. Так, содержит форму зелий. О! Книга. Так, вот интересно, кстати. Давай-ка. Все, окей, пошли. Нафиг. Может, тебе вот это еще продать? Оно мне не особо нужно. Тем более зелье Рафарда Белого, оно настолько токсичное, что его надо делать именно альбедо. Давай-ка я тебе ее продам. Окей.
Окей. Все, нормуль. Давайте прочитаем, что это за книга поцелуя такая. Так, поцелуй, масло от инсектиноида. А вот и серебряница, пожалуйста. Но я ее уже узнал. У меня бы масло от вомперов. А поцелуй, кстати, что делает? Так, поцелуй. Так, действие. Повышает сопротивляемость, скоро потеря. Ага, ну это фигня. Это нам не надо. Так, в лабораторию Калькштейна, я думаю, нам надо. Да-да-да. Сейчас мы продадим кое-чего архивариусу там в храмовом квартале. И пойдем искать косаря. Я все-таки думаю, что сначала надо с косарем разобраться, потом уже, раз уж мы тут. Планы меняются просто на лету. Ну, у меня всегда так. Давай поторгуем, мужик. У меня для тебя есть вот такое вот, а. И вот такое вот, а. Окей. Нормально. Так, теперь давай, где тут у нас купец? Так, путешественник, нет. Не то. Это все понятно. А где мужик, который здесь обычно? А, вот лоточник. Что так? Да, ты как раз таки этим делом и торгуешь. Давай. Городская стража. Ну, мне она сейчас уже нафиг не нужна. Хотя нет, пусть будет. Вот это вот колечко я тебе продам. И усё, пожалуй, что. Штуки ты вообще покупаешь прям за дорого. Так, теперь нам надо найти, то есть сгонять до этих, до ордена, оружейника ордена, продать ему наконец-то эти мечи, которым и кинжалы, которые у меня тут валяются. Логично. Сюда можно взглянуть. Как пожал. Окей. Так, мы тебе продадим вот это. Ух ты, он 300 стоит, офигеть. Хорошая вещь. А этот 40 только. Ладно. Чуть тебе еще можно купить. У тебя должно быть. Да, вот такая вот штука у тебя есть. И я у тебя ее куплю обязательно. Потому что мне она нужна. Ну и, в принципе, все, я думаю, пока что. Потому что нужны нам... Так, вот тот экстракт Деврие, говно. Где у нас тут медвежий жир? Вот его сюда, пожалуй, что положим. Белый мед у меня тут лежит. Надо, кстати, порядок навести, да. Порядок надо навести. Так, выволга. Ласточка. Медовуха не нужна. Вот эти вот штуки.
кстати, наверное, надо по-другому немножко, да-да-да. Чтобы не путаться с ласточкой, вот пусть она вот так вот будет у меня лежать. Так, вот это вот надо сложить. Эти вот рунные камни надо вот, пусть они здесь валяются. Нормально вроде. По идее-то. Так, пойдем косаря искать, косаря. Надо было выдать ему расписку. Так, где этот косарь может быть? Во, косарь. Первый раз видишь. Ты кто такой? Неважно. Это ты косарь. Что значит неважно? Мне нужно кое-что купить. Кто тебе сказал, что я что-то продаю? Кто? Юс сказал. Вот тут ты делаешь большую ошибку. Не прыгай выше головы. Отвечай, кто твои поставщики? Чёрта с два. Я сваливаю. Ну попробуй свали. Валишь ты очень так это быстро, так я смотрю. Прям совсем-совсем быстро. Такой бегун прямо 100 метровку за сколько пробежишь? За 3 литра, да? Ну давай шустрее, спринт. Спринтер нах. Так, вот ты, да? Сбежал такой весь из себя. Так, что у меня там по поводу меча-то можно чем-нибудь так, 20% пойдет. И пошли. Да ты упрямый сукин сын. Ты еще об этом пожалеешь. Я спрашивал по-хорошему, но ответа не получил. Придется теперь иначе привлечь твое внимание. Без проблем. Вот и все. Так, кольцо, золотое кольцо, печатка с рубином, ключик. Рекомендательное письмо. Отлично. Так, чё ты тут, собакин сын, хранишь у себя? Так, амелло можно будет получить. Так, это возьмем. Пиво не возьмем, пиво уже... Так, здесь у нас... По-моему, я воду оставил, да? Бутылку воды, ага. Так, это чё? Волчья алоэ. Заберем. Бочка. Чё у тебя в бочке? О, спиртяга. Вещь хорошая. Факел не нужен. О, топорик. Возьмем. Продадим. Ну и как бы все, да? Бочка еще есть. Давай бочку. Так, что это? Булочка с кунжутом. Нет, без кунжута. Ну и все.
Больше здесь нахрен делать нечего. Пошли нафиг отсюда. Так, давайте прочтем, что там. Рекомендательное письмо. Нет, подожди. Вот, рекомендательное письмо. Окей. По идее, нам теперь можно идти в канализацию. Ну, сначала мы продадим вот эту дрянь вот этому вот, вот мужику. Сюда. Можно взглянуть. Как по... Так. О, 80, отлично. Вообще, 6 тысяч денег. 6 тысяч денег, это хорошо. Как? Ну что, теперь нам в канализацию или же все-таки пойдем где-то ночь? А пошлите действительно сначала с ночью разберемся. Почему бы и нет, да? Тем более, что у нас еще много времени. Где-то там был еще профессиональный нахрен игрок, только что-то я его не могу увидеть нифига. Этого профессионального игрока. Где он тусует, я что-то уже не помню. Давай, грузись, грузись, давай. И пойдемте сгоняем, посмотрим, что хоть тут у вас интересненького. Дом свиданий. Юху. Так, ну вот синеглазка. Так, куртизанка, но вот здесь мы... Обслуживаем клиентов только высшего класса. А я чё? Мы обслуживаем клиентов только Твоими высшего класса, всё дорогой. Было гораздо лучше. Приветствую, милздарь. Приветствую, синеглазы. И чего же ты хочешь, мой беловласый господин? Для начала я хотел бы поговорить. Хорошо, давай поговорим. Джакомо Казана утверждает, что удовольствие от культурного разговора – лучшая прелюдия. Аналогично. Так. О чем ты мечтаешь, синеглазая? О том, чтобы ночь длилась вечно. Обычно девушки мечтают о рыцаре на белом коне и прочей чепухе. Я необычная девушка и могу это доказать. Достаточно только попросить. Да, ну давай. Я хочу провести с тобой ночь. С радостью, беловолосый. Но сначала ты должен внести вклад в развитие Дома Ночи. Всего лишь 500 аренов. Ни хрена подобного. Сойдемся на 250. Постоянный? 300 аренов со скидкой. Ну давай, давай, давай. Почему бы и нет? Благодарю. Следуй за мной. Я бы хотел реализовать одну мечту, которая уже давно меня преследует. Терпение. Сначала горячая ванна, а затем я исполню все твои мечты. Ну, такая же фотка, как у куртизанки. В принципе, разницы никакой абсолютно. Схалтурили, халтурщики. Я слишком... Так, я должен узнать у рыцаря... Так, должен рассказать рыцарю... Блин, мне надо теперь к рыцарю, что ли?
Ну-ка. Синеглаза. Я должен рассказать рыцарю о следах клыков, которые я заметил у девушки на шее. О, май гадабл. Вомперы. Кругом вомперы. А когда я их искал, их не нашлось. Не, ну Фледеры это низшие вампиры, так что... Хрен бы с ними, как говорится. Что привело тебя сюда? Сейчас мы поговорим с этим Патриком. Интересно, где-то тут говорят, профессиональный игрок водится, но я их не, его вообще не вижу. Так, а куда я приперся-то, бля? Я вообще не туда приперся. О, вот эту вот вещь я возьму. Очень полезная. Благодарствую. Тебя сюда никто не звал, беловолосый. Папа купит мне новую куклу. Никто не скажет, что я икшайс. Не хочется уехать из города. Детей я уже отвез в деревню. Боюсь случиться, что-то... Ой, мужик, ты бы знал, как ты прав, что случится что-то плохое. Так, где этот Патрик? Во. Патрикус. Да. Я видел, кстати. Я видел голубоглазую куртизанку в борделе. Этого не может быть. Моя сестра никогда бы до этого не опустилась. У меня есть доказательства. Я видел отметки клыков у нее на шее, как ты и описывал. Клянусь вечным огнем. Как такое могло случиться? Должно быть, ее околдовали. Тот самый вампир, что ее укусил. Возможно, она еще не стала вампиром. А она и не станет. Ведьмак, ты должен мне помочь. Вампир должен быть где-то поблизости. Возможно, даже бывает в самом борделе. Хорошо, посмотрим, что можно сделать. Так, ну и... Не управляет ли кто? Ужас какой-то. Да? Так. Вы знаете Зигфрида из Денесли? Так точно. А что с ним? Вроде его повышают или уже повысили. Не знаю, я с ним не разговариваю. А почему? После этого он изменился. Я сказал ему: достопочтенный Зигфрид, поздравляю вас. Ваша честь и вера помогли победить этих дикарей. Он странно на меня посмотрел и сказал: достопочтенный? Может быть. Честь и вера? Конечно, нет. Мы победили, потому что они умирали от голода и были плохо вооружены. Немного крови, он уже забыл про честь. Ему нужно следовать примеру отца. Где он? Его отец? Его убила Мантикора. Я про Зигфрида. Он тренирует рекрутов у стен Ордена в храмовом квартале. Благородный мужик Зигфрид. Да, очень мне нравится Зигфрид прямо. Кстати, именно поэтому отчасти я выбрал путь Ордена в этом противостоянии Белок и Ордена. Потому что я... Мне очень нравится Зигфрид. Крутой мужик. А если можно проспойлерить, конечно, хотя можно и не спойлерить, то... намек такой дам. Если пойти по пути Белок, то с Зигфридом в конечном итоге приключится очень страшная неприятность. Так, ну а нам, тем не менее, надо в Дом Ночи. Давайте. Я уж не помню, как это все активирует. По-моему, надо нам на второй этаж сразу забуриться. Но сначала мы с ней все-таки поговорим. А уж потом забуримся на второй этаж. Давай-ка. Окей. Да, Да. Какой интересный шрам, да, кстати. Какой у тебя интересный шрам на шее. Да. Очень интригующий, придает тебе своеобразие. Если хочешь, могу показать и остальные. Удачи. Удачи. По-моему, ничего у нас не получается. Так, ну-ка ты. Мы закрыты. Владычица ночи абы кого не принимает. У меня
меня есть кое-что для твоей госпожи. Говоришь, есть кое-что? Тогда отправляйся в бордель и воспользуйся как следует этим своим кое-чем. А ну проваливай! Я думал, это и есть бордель. Никакой тебе это не бордель, это дом ночи. Лучше в Тимерии. И всяких там бродяг в кожаных лохмотьях сюда не пущают. У меня есть золото. Меня не купишь. Я тебя и не буду покупать. У меня есть кольцо. Я пропал. Входи. Так, у меня есть подозрение, что нам там наваляют. Поэтому нам надо... Так, что у нас есть по этим? Так, рунный камень. Так, увеличивает вероятность удара повреждения на 40%. Так. Магическое... Так, попасть в цель увеличит повреждение на 20%. Давайте вот этот вот, он нормально будет. Окей. Сидит она тут, понимаешь. Так, что тут можно у вас облутать, я так понимаю, ни хрена. У вас тут-то нету. Вообще ни хрена нету. Ты считаешь это вежливо? Вырываться сюда без приглашения? Я пришел по делу. К тому же не отвечает на вопросы. А я слышала, Геральт из Ривии был вежливым ведьмаком. Прошу прощения, госпожа. Я потерял память. Я знаю, ведьмак. Я наблюдаю за тобой уже некоторое время. И чем же я обязан таким интересом к моей персоне? Мой возлюбленный, которого я так и не забыла, считал тебя своим другом. Он погиб, помогая тебе в схватке с могучим противником. Но это было давно. Что привело тебя сюда? Так. Кто ты? Так, так, так. Давай покажем, кто ты. Я королева ночи. Я воплощаю в реальность мечты своих клиентов, оставляя их довольными и счастливыми. И с пустыми кошельками. Я воплощаю их мечты, пусть даже на миг, а мечты бесценны. Ты заинтриговала меня, когда говорила о прошлом. Ты мне расскажешь, кем был тот человек? Я никогда не говорила, что он был человеком. Важно, что вы были с ним друзьями. Его звали Регис. В свое время он слишком много пил, поэтому мы и расстались. Эта дурная привычка чуть было его не погубила. Разъяренные кметы набросились на него. Прошло много лет, прежде чем он полностью оправился. После этого он стал отшельником. До тех пор, пока не повстречал тебя. К сожалению, я почти ничего не помню. Не переживай. Мне очень важно знать, что хотя бы в момент гибели рядом с ним были друзья. Настоящие друзья. Ну, мы знаем, что Регис был вампиром, так что... В этом здании живет вампир. Отметины на шее одной из девушек. Могу назвать тебе несколько обычных животных, которые оставляют точно такие же отметины. Брат этой девушки считает, что она по своей воле никогда бы не стала работать в борделе. Он думает, ее околдовали. И ты в это веришь? Не будь наивным. Она живет здесь как принцесса. Носит шелка. Клиенты продают свои поместья, лишь бы провести с ней одну единственную ночь. У нее есть собственные слуги. Она окружена роскошью, о которой ты не смеешь и мечтать. Ее брат решил выдать ее за какого-то старого болвана, у которого геморрой вырос больше, чем... Ну, неважно. Она вместо этого предпочла стать принцессой ночи. Вечно прекрасным запретным плодом. Мечтой Вызимы. О чем это ты? Я почувствовала это, когда пила ее кровь. Да, что ты так смотришь? Да, я и есть тот самый вампир, который здесь живет. Я никогда никого не убиваю. Кровь возбуждает меня, как алкоголь людей. И как бы то ни было, я не причинила вреда ни единой живой душе. Полная чушь. Мы с моими дочерьми пьем кровь наших клиентов и девушек. Но никогда не убиваем.
Они отдают свою кровь в качестве платы за наши услуги. Все довольны. А синеглазая девушка? Она сама вызвала меня. В своих снах, в своих мечтах и фантазиях. Она жаждала свободы и вечной красоты. Мы не чудовища, Геральт. Я предлагаю тебе сделку. Одна ночь с моими дочерями в обмен на мир. Ты вообще забудешь обо всем этом? А если я не соглашусь? Кому-то придется умереть. Тебе, мне, синеглазой девушке. Ты считаешь, будет правильным выбрать смерть? Даже если это смерть вампира. Ты меня убедила. Тем более, что я знаю, что действительно они никого не убивают. Ты меня убедила. Я оставлю вас в покое. Ко мне, милые дочери. Покажем этому ведьмаку, откуда берутся удивительные легенды о Доме Ночи. Ужас-то какой. Брюкся. С Бруксами мы еще не спали. Мне бы хотелось отдать. Предатель! Я знал, что ведьмакам нельзя доверять. В чем дело, рыцарь? Я следил за тобой. Я знал, что могу положиться только на орден. Ты переспал с этой вампиршей, и ты умрешь вместе с ней. Не делай глупостей. Никто здесь не умрет. Ты уже показал, какой ты глупец, ведьмак. А теперь прими свое наказание. Остановитесь, немедленно. Вам никогда не победить нас. Нас? Сестра! Мы снимем с тебя это проклятие. Да нет никакого проклятия, болван. Просто твоя сестра не желает всю оставшуюся жизнь мыть посуду и раздвигать ноги перед одним и тем же затхлым старикашкой. Хватит лгать! Рыцари Пылающие Розы в атаку! Одну минуту. Вампирица права. Здесь нет никакого проклятия. Твоя сестра сама сделала свой выбор. Ведьмак, ты только что сам вырыл себе могилу. Может быть и вырыл, но точно не себе. Ну давай поговорим. Так. Ага. Кто тут у нас есть? Так, в ты. Вот ты меня сейчас за все ответишь на. Ах ты, сукин сын. Так, мне нужен еще вот этот, да. Так, этот упал. Кто тут у нас еще есть интересненькие? Много. Я надеюсь, эти-то на меня не сагрятся, если я, например, врублю вот этот стиль. Так, чтоб тебя. Давай-ка ты. Да блин. Вы задолбали уже. Слушайте. Так. Надо все-таки силовуху. Давай силовуху, Эл. Так, оруженосец. Так, ага. Где тут кто? Готово. Мне жаль, что все так закончилось.
Эти люди, несомненно, обещали тебе золото. Я могу пообещать тебе часть своей прибыли. Что теперь? Теперь буду вести дела, как обычно. Надо просто избавиться от трупов. Девушка. Пусть поступает так, как считает нужным. А пока пусть отдохнет. Так никакого проклятия не было. А мне откуда знать? Я никакого заклинания на нее не насылала. Магические чары часто можно перепутать с естественным очарованием. Я убил людей, а ведь я должен убивать чудовищ. Меньшее зло, Геральт. Ты должен выбирать его, чтобы спастись от большого зла, которое поджидает тебя во тьме. Не большого, а большего. Есть меньшее зло, есть большее зло, так что... Так, что это? Стальной. Так, у нас новый уровень, это хорошо. Сейчас посмотрим. Так, рубин. Это Патрик, что ли? Ну да, Патрик. Священный меч возьмем. Так, стальной, да. Похоже, что стальной это единственное, что мы можем взять. Хорошая вещь. Повреждение плюс 10%, кстати. Я думаю, его с удовольствием купят. Так, тоже стальной. Мне бы хотелось отдохнуть. Ну, вроде как нормально разобрались. Так, вот это я заберу у тебя, пожалуй. Так, все вроде. Да? Нет? Я впервые в жизни видела, как ведьмак обращается с мечом. И второй раз это видеть я явно не хочу. Твой брат мертв. Наконец-то он получил по заслугам. Этот болван чуть было не разрушил мою жизнь. Никаких сожалений. Нет, ты не представляешь, через какой ужас мне пришлось пройти, прежде чем я от него сбежала. Больше он тебя мучить не будет. Спасибо, ведьмак. Спасибо тебе за человечность. Нормально. Значит, справитесь. Чё, пойдем? Пойдем. Так, по идее бы нам надо сгонять сейчас... Блин, где мне косаря найти? Кто скажет, где мне найти косаря? О, то есть не косаря этого. Там какой-то был крутой игрок в кости. Может, если его нет в Наракорте, значит он, наверное, в подкудлатом мишкой. Давайте попробуем в подкудлатый мишку. Зайти, а там потом в канализацию нам, прямая дорога в канализацию нафиг. Пора уже, как бы. Окей. А, нам еще отдохнуть где-то надо, у нас новый уровень же. А, ну вот в канализации отдохнем, там вроде были эти... костерки-то. Так, куда нам? О, кстати говоря. Да. Нам надо сейчас кружейнику продать этот меч и кинжал, который мы нашли. Нарулили тут неплохой мечуган. Ну, он, конечно же, хуже нашего. Сударь. Как так. Давай-ка мы тебе вот за 100 оронов можно продать это дело, да? Это, правда, стоит 20-ник. Дешево. Но нормально. Окей. Так, теперь нам надо сгонять... Сюда вот. Может, где-то здесь есть? Семья, это все! Если хочет брать у меня снежок,
Пусть хотя бы пользу приносит. Проклятый страх. Снежок. Про что это они? Так, вот не этот ли? Хотя вряд ли. Нет, не он. Да ну, с настоящим грабежом это не сравнится. Где же этот чувак? То ли мы еще не активировали квест, скорее всего. Может, мы с кем-то еще не поиграли? Ладно, это надо будет посмотреть потом. Потому что, ну нет, тут должен быть какой-то уникальный непись. А этого уникального непися тут нет. Так, Кисуль. Что подать? У тебя есть медвежий сал там и так далее? Да, медвежий сал у тебя есть. Я у тебя его куплю. Так, это я у тебя тоже куплю. И это куплю. И даже вот это куплю. Окей. Нормально. Так, что тебе продать? Давай-ка я тебе вот это продам, потому что мне совершенно... А, нет, точно. Мне надо будет от призраков... Да, пусть пока лежат. От призраков, там, от падальщиков. Может быть, пригодится. Так, вот с тобой поговорим. Давай. Так, что у меня тут есть? Так, вот это дело мы сдадим пока что. Это тоже сдадим. Это тоже продает. Пока продавать не буду. Ну, в принципе, все. Роз много. Ну да ладно. Нормально. Пока что. Так. Ой, так иди помойся, мужик. Дом могилы нам туда не надо. Дом барыги Талера тоже не надо, вообще-то. В канализацию. Чё, в канализацию. Ныряем тогда. Надо будет узнать, как мне активировать тот квест, потому что я, честно говоря, не помню. Я помню, что он есть, но я не помню, где искать того козла, который нам его выдает. Надо будет прочекать этот вопрос. Так что сейчас мы идем в канализацию и разбираемся там с тамошними обитателями. Такая ничего-то, шани злится и что? Уже злится и злится. Так, колобок разматывается. Покер с костями. Я профессионал, я готов к игре с более сильными противниками. Ну и чё? А, ну да, я уже закончил. Только что-то я не понял, почему больше невозможно. Так, ну, в принципе, вот чё. Это наши главные два главных квеста. Давайте кубок разматывается тогда. Сделаем. Опять вы. А, я правда забыл уже практически. Обыскивать даже не буду.
С деньгами у нас вроде более-менее все нормально. Нам особо-то и покупать уже практически нечего становится. Так, задание. Задание. Так, это у нас... Блин, мне карта нужна. Я вспомнил, что мне нужно. Думаю, что там мне нужно? Мне нужна карта. Так. Пункт перехода. Ага. Это, я так понимаю, вот оно. Вот туда-то нам и надо. Окей. Мы, по-моему, правильно пришли. Да, вот сюда. Нам. Там вон эти братюнь тусуют. Так, отвлекли меня немножко, но это не беда. Значит, мы идем сейчас туда, и вот здесь-то есть костер. А вон там вон два братюнь тусуют, как я уже говорил. Так, получит новые таланты. Это хорошо. Давайте качаться. Опять нам дают кучу всякого говна, который нам совершенно не нужно. Ну давайте их будем качать вот таким макаром, что ли. Так, и. Так, сила. Ловкость, интеллект. Может, интеллект прокачать до 4 уровня? Правильно? Доступ к 4 уровню знаков. К 5 уровню знаков. Потому что здесь-то нам ничего не надо. Так, ритуал. Извлечение. Бомбочки. Мощность знаков. Угу. Здесь нам ничего не надо, на самом деле. Так, давайте-ка так по выносливости. Что он может нам предложить? Восстановление энергии быстрее. Иммунитет к боли. Приход в сознание, это понятно. Так, отравление. Оглушение. Ослепление. Так, воспламенение. Так, боль. А что такое быстрые приемы? Фиг он знает. Так, кровотечение. Броня плюс 5. Вот это, наверное, надо. Здоровье. Я думаю, не надо. Кровопотеря. Давайте броню. А почему бы и нет? Так, и. Что мы будем еще делать? Может быть, Игне до 3 уровня фиганем. Давайте. Таким вот макаром пусть будет пока. Здесь, правда, тоже есть всякие вкусности. Но я дождусь, буду качать уже мечи, когда нам будет по 3 серебряных таланта давать. Правда, это еще будет не скоро. Ну да ладно, там разберемся. Так, ну и... По алхимии-то у нас... Ну, по алхимии у нас все нормально, так что давайте медитировать. Да, большой же мать. Да не то ты делаешь, Геральт. Откуда вы тут беретесь, а? Вот так вот нормально будет. Так, теперь что мы делаем? Мы делаем следующее. У нас есть маслице. Маслице мы намажем. Вот это вот дело. Окей. Маслице нам пригодится. Ну и давайте поговорим с вами. Надо что-то сделать. Проваливай. Что находится за этой решеткой?
Не твое дело, уматывай. Меня послал косарь. Он сказал, что здесь я смогу прикупить больше фиштеха. Косарь, значит, да? Да. С каких это пор у него завелись друзья вроде тебя? Что-то с тобой не так. Говори пароль, а то я тебе яйца завяжу в зериканский узел. Ну, это как бы шипы. Ну, ладно. Шипы. Передавай от меня привет косарю. Двери открыты, проходи. Только не делай глупость. Передай косарю, что я хочу получить деньги. Так, мне тут-то как бы надо кошечку. Пароль в порядке. Ладно, проходи. Но не делай глупостей. Сколько тебе нужно фиштеха? Фу. Конечно, мы тебе дадим знать, когда он будет готов. Иди проведай химиков. В конце коридора последняя дверь налево. И пни их. Они слишком долго страдают фигней. Чем быстрее ты их приложишь, тем быстрее получишь свой товар. А где босс? Нету. Он сейчас проверяет линии поставки. Видел его последний раз с месяц тому. Окей. Оставаться на чеку. А что, у вас тут нет фунта фиштеха? Жалко. Так, что у вас тут есть вообще? Много чего у вас тут есть вообще. Сундук. Оранжики. Может быть, действительно надо все-таки принять кошечку-то. Ну, тут вроде все нормально. Может быть, я, конечно, что-нибудь не увижу. О, пацаны. Как говорится, не обращайте на меня внимания, я здесь мимо пробегал. Ну, и сейчас будет весело. Стопудово, мужик, я тебе гарантирую, что скоро будет весело. Что у вас тут? Топорик. Возьмем. Он, по-моему, 60 стоит. Сундук. Оу, это мы удачно зашли. Какой из них, интересно, дороже стоит? Вот это или вот это? Ну, суть по повреждениям, вот это. Так, это у нас обычный темирский меч, который говно. Кремень. Нужен он мне. Ага, пригодится. Ладно. Деньги. Чью-то заначку нашли. Так, а здесь в сундуке-то больше ничего? Да блин, тут арены были. А я что-то их просто провтыкал, не взял. Как так вообще? Так, по идее нам можно вот сюда. Нет, наоборот, вот сюда. Здесь есть какой-то еще вход. Сюда, да? Да. А здесь у нас что? Здесь у нас братюни отдыхают. Если вы не возражаете, я как бы вас тут все обыщу и заберу. Медальон.
медовуха не нужна, ее у меня и так навалом. Так, здесь у вас что? Блин, да у вас тут ни хрена вообще. Сундук, а... О, солдатский самогон хотя бы, да. Сундук, а взять нечего. Ну, ну что за... Что за фигня? Так, ну здесь мы так обыскали, вот, ой, не-не-не-не-не, вот этого, вот это. Денежки. Народ тут, конечно, дохрена, надо отметить. Будет довольно сложно. Нет, это я не возьму. Правда, он неплохо стоит, но я не возьму, я уже взял стальной топорик. Пусть будет стальной топорик. И теперь... Так, здесь мы все обыскали. Мы не обыскали вон там и вон там. Так, нам по коридору прямо. Нет, еще. Вот здесь он должен быть. Ага. Да. Ой, о, полынная водка, фигня вот, это все не нужно. Что у вас тут еще есть, пацаны? Так, вот с этим нам надо с главным хиником базарить, но мы не будем. Пока что. Так, это логово Саламандр, вот оно. Угу. Так, значит, мы с ним можем, в принципе, поговорить, да? Да. Сэр, я здесь не для того... Пожалуйста, не говори им, что я спал. Они меня побьют. Умоляю тебя. Я больше просто не могу. Не трясись, ничего я им не скажу. Вот, спасибо. Возьми вот это. Это рецепт. Я его нашел среди прочих бумаг. Но сам ему не нашел применения. Но может тебе он пригодится. Может быть. Что за рецепт? Зелье Петри. Вау. Яйца чешутся. Так. Значит, нам можно и там, и там. Ну, в принципе, что мы сделаем? Эх, пацаны, сейчас будет весело. Вот сейчас вот точно будет весело, пацаны. Я вам гарантирую. Я уже пришел туда, куда мне надо. Сейчас будет весело. Так, вот сюда, да, в логово Саламандр. Привет! Скучно. Да, не знаю. Как бы. Оставаться на чеку. О, какой у вас тут у Яведа-то, блин, натуральный особнячок. Брысь отсюда! Это комната босса. Никому сюда нельзя, кроме нас. Так, сундук. Да пошли вы нах. Че тебе надо, ну? Че тебе надо? Че, давно не получал, сейчас получишь, господи. Это че за фигня? Оставаться на чеку. Ну то это было вот только в та. Я его огнем побабахнул, а ему хоть бы хны. Короче, так. Надо нам, наверное, сразу ласточку бухнуть. Давай возьмем все.
Мое, мое. Так, ключ какой-то от канализации. Мое. И вот это дело. И сейчас. Сейчас начнется. А, да. Так. Вас тут трое, да? Сколько вас тут осталось? Много. Но недостаточно много. Ну, как-то так. Все, уехали. Так, давайте смотреть, что у вас тут. Так, нет, это говно. Это тоже говно. Так, вот это я возьму. Гусиный... А, нутряное сало. Ну, тоже возьму, хотя оно мне не очень нужно. Я бы даже сказал, вообще не нужно. Водяра. Пригодится на эликсиры. Так, гусиный жир. Ага. Пиво. Спасибо, не надо. Так, здесь-то больше ничего нет такого, чтобы можно было тут надыбать нашего другана Язара. Что это у него тут за этот? За закуток. Так, ну чё, пошли всех мочить, чё. Так, здесь химики. Никто тут... Так помойся, блин. Так, пацаны, я говорил, что будет весело, вы куда сбежали? Блин. Пацаны не захотели веселиться. Так, денежки. Блин, стоит ли мне нагружаться жратвой? Я думаю, сколько у меня амела-то? У меня амела 47, нахрена она мне вообще нужна, жратва? Давайте-ка мы... Ага. Давайте-ка мы все сожрем прямо. Блин. Тикс. Сейчас будем... О! Привет! На тебя. Нормально. Вот, собачье сало, это вообще зашибись. Вот это вещь. Так, ну это тоже возьмем, продадим. Правда, оно стоит дешево, но продадим. Так, что у тебя тут, ласточка обычная? Ну давайте возьмем тоже. Медовуху брать не буду. Ты это кого ублюдком назвал? И где ты вообще? Ага. Такой, о! Оббежал такой, думает. С какой бы стороны, да? Получи сам. Да,
это я возьму. Это я возьму. С вашего позволения все заберу. Или без вашего позволения. Но все равно все заберу. Так, давайте-ка здесь пройдем, наверное. Где тут кто? Ого! Идет! Блин. Меч какой-то не очень. Или они слишком жирные, блин. Где кто? Да где он там? Я хочу облутать их, а вы мне не даете, блин. Здесь никого не осталось, да? Ну здесь я могу? Могу. Да! Ах ты, тварь! Ну вот. Как-то так. Так, это мы возьмем. Наконец-то я могу облутать этих. Вот они здесь валяются, да ведь? Да. Стоило, конечно, лутать. Рыбка. Бежит. Бежит он. Где? Еще один был. Вот он. Ага, порох. Еще бухло. Блин, сколько бухла. Бухла нам надолго хватит. Это хорошо. Так, здесь, по-моему, ни хрена нету. Да, здесь чисто просто тренировочный зал. Так, ну чё, я пришёл. Им стало весело. Только смею, я еще и побеждаю. Задолбал. Ну, как-то так. Возьмем. Возьмем. Собачье сало это всегда... Нужная вещь, блять. Кто ты там еще? Заткнись уже. Как говорится, если бы ты меньше болтал, а больше бы занимался. Может быть, бы не кончил так бесславно. Я имею в виду, занимался с холодным оружием, конечно же. Так, этого я обыскивал. Обыскивал, я говорю, этого. Этого я тоже обыскивал. Ладненько. Что там у нас еще?
Это бутербродик? Нет, спасибо. Так, ну чё вы там? Все сдохли? Нет, еще один, блин, живет такой. А почему они все покоцанные, я не понимаю. Странно. У них почему-то у всех здоровье. О, вещь. Почему-то здоровье у всех очень такое не максимальное. Давай, Геральт, облутаем. Я вот это не помню, лутал. Так, ну вроде всех тут побили, да? Нет? Кого тут еще осталось побить-то? Здесь никого. И вон там он еще есть один закуточек. А, тут эти химики, алхимики, блин. Ну все тогда получается. Вообще никого не осталось. Можно вываливаться от Седова. Да? Да. Все прямо, прямо и прямо. Тут еще народ есть? Чего ты, дружочек? А ты че, как это? Говорит, да ну нафиг, я не буду связываться даже, да? Можно я как-то... Можно я тебе как-нибудь... Нет, похоже, нельзя. Ну и хрен с тобой. Такой... Я, говорит, не буду драться. Ну и Геральт сказал, ну и хрен с тобой. Так, короче, оставайся. Так, так, так. Хорошо сработано, ведьмак. Пара человек погибли, но на это мы закроем глаза. Самозащита. Ты отлично справился. Общество только лучше будет без этих тварей. Но вернемся к делу. Где прячется тот, кто делает фиштех? Я нашел письмо от Готрика. Это его рук. Прекрасно! Мои мальчики вычистят там все, а я займусь уликами и наркотиками. Разумеется, во благо общества. А ты разберись с Готриком. С нетерпением жду известий о твоих новых достижениях. Какой отличный план. Может мне пойти и убить всех и каждого, кто занимался физштехом? Может, мне стоит сообщить Винсенту о том, что ты прихватил товар. Ты чего, ведьмак? Ты получил все, что хотел. Логично. И поэтому мы с тобой все еще разговариваем. Больше не давай мне приказов. Ясно? Как, Ди? Но нам все равно придется разбираться с Готриком. Да, Юзек. Физштех тебе мозги попортит. Этим я займусь. Приготовься, Геральт. Обо мне не беспокойся. Со мной мои эликсиры. Ну да, ну да. О, даже 100 орнов дал. Ой, молодец, Юзик. Юзик молодец. Прямо дал нам 100 орнов. Мы теперь можем пойти в кабак и напиться. Так, нам по сути вот сюда. По-моему. Куда там нам... опыта. Так, выземские связи. Так, наверняка сможет мне помочь. И чё? Ну, давай, наверняка. Я так понимаю, нам это Клео Вардену, что ли, надо нести, да? Где он тут? Так, на лагерь, ага. Угу. Большой решетки. Зашибись. А, хорошо. Ща пойдем с год. Вот он, большая решетка. Пойдем туда и наваляем им всем. Даже не подходите ко мне. Так, ну в принципе... Валять-то, я думаю, мы будем в следующей серии. Почему? Потому что... Итак, я смотрю, серия очень сильно затянулась. Ладно.
действительно надо сделать перерывчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.